преддверии главного матча футбольной Беларуси съемочная группа «Динамо ТВ» отправилась в Тайки на тренировку нашего основного состава, чтобы сделать специально для наших болельщиков сюжет о подготовке к игре. Сергей Витальевич Гуренко – человек с богатым футбольным опытом, который не понаслышке знает, что такое по-настоящему топовые футбольные матчи. Сергей Витальевич, впереди у нас самый, наверное, большой матч чемпионата Беларуси. У вас есть богатый опыт выступления и в Италии, и в России, и в Испании. Расскажите, как проходят вот такие крупные матчи там? Полные стадионы, ажиотаж, но как-то я как спортсмен никогда не ощущал какого-то напряжения или какого-то такого вот. Наоборот, эти матчи они были всегда самые лучшие. Всегда было больше всего таких положительных эмоций. И всегда приносили такую вот радость. Особенно вспоминаю матч, когда Рома на 15-й минуте 3-0 обыгрывал Лацио. Потом много хороших матчей было против Локомотива, против Спартака Московского, против ЦСКА. Когда закручивались такие интриги, там, выигрывали 2-0, потом мы в ничью, потом в конце выигрывали. То есть очень было таких много матчей, и где была интрига. Поединки между «Динамо» и «БТ» можно отнести вот в ряд тех матчей, супер-матчей, которые вы принимали участие, будучи игроком? Ну, будучи игроком, я один только матч принимал. Когда мы 3-1 проиграли, там, конечно, понятно, что там были свои обстоятельства, все, но я помню одно, что даже играя в меньшинстве, мы доминировали, мы играли до конца, и только наши ошибки не позволили нам тогда победить. Также главный тренер команды поведал нам о подготовке к предстоящему белорусскому классику и рассказал о некоторых нюансах ближайшего матча. У вас, как у тренера, какие лично ожидания от предстоящего матча с «БТ»? Не знаю, мне готовимся как к любому противнику и искать на счастье чужих ворот. Будем также играть 3 нападающих, будем атаковать, будем создавать им проблемы. Пускай «БТ» думает, как, что противопоставить нам. На этой неделе к тренировкам вместе с основным составом из дубля был вызван молодой нападающий Мухамеджон Лойков. Отметим и приятные новости. В лазарете никого нету. Вся команда готовится в общей группе, в том числе и Никола Лукич. Один из главных вопросов, что с Николой Лукичем? Получил довольно жесткое повреждение матча против Бреста. Какое состояние? Он готов играть, он рвется в бой, поэтому я как тренер не могу этому противиться. С приходом на тренерский мостик Сергея Гуренко Антон Сорока забивает уже в третьем матче кряду. Во время тренировки мы узнали приятные новости. Антон был вызван в национальную сборную, а вместе с ним еще 4 человека. Вы расколдовали Антона Сороку, он забивает в 3 матчах подряд наконец-то. В чем секрет успеха, по-вашему? Ну, это точно не во мне, я думаю, все вопросы в нем. И если он еще больше будет индивидуально работать, именно работать над завершением, я думаю, его потенциал еще далеко не раскрыт. Может значительно больше забивать и значительно больше приносить пользу. Довольно интересный вопрос, как будет выглядеть линия обороны «Динамо» в матче против «БТ». И готов ли в таком важном поединке принять участие молодой Швецов? Как по-вашему, готов ли Максим Швецов принять участие в таком большом матче в плане психологической подготовки? Готов ли парень? Если мы не будем ему давать шанс, не будем смотреть, мы никогда не ответим на этот вопрос. Тоже первая белорусская классика в сезоне уже совсем скоро. Напомню, в субботу в 19:00 на Борисов-арене будет дан стартовый свисток по матчу «Динамо-БТ». Пользуясь случаем, мы хотим пригласить в Бориса всех наших болельщиков. Мы прекрасно помним прошлые поединки против «БТ» на их родном стадионе, где наша армия болельщиков была нашим главным фактором силы. Мы надеемся, что и в эту субботу все будет так. До встречи!